Мы ожидаем от этой выставки большие продажи, как и в прошлом, так и в позапрошлом году. От каждой выставки, вернее, мы ожидаем всего того же, просто приобрести как можно больше друзей. Ожидания не только оправдались, но и превзошли себя. Как бы мы не ожидали, что будет такой именно... Такое большое количество людей именно на выставке, именно на мото-выставке, причем выставка-то специализированная как бы по мототехнике. Люди заинтересованы, очень много приходит людей, которые интересуются покупкой мотоцикла для себя. С каждым годом этот спрос увеличивается, да и выставка по своим масштабам тоже растет с каждым годом. Прибавилось новое количество экспонентов, и это, в общем-то, происходит с каждым годом. И есть надежда на то, что развивается основное – это мотокультура на Украине. Каждым брендом следующим годом продается все больше и больше и больше мотоциклов. Они становятся более доступными, более, скажем, качественными, надежными, с сервисом. И опять же, наше государство как бы в этом немножко даже нам помогает. Народ хочет кататься, народ хочет видеть технику. Мы обязаны эту технику предоставить. У нас идет сумасшедший подъем в этом бизнесе. Я бы прогнозировал рост спроса на этот год, рост примерно плюс 100%. Машин стало много. Рынок Украины автомобильный очень-очень вырос. Есть вот прямое конкретное затруднение с передвижением по Киеву. Вот, рынок мотоциклетный растет просто в геометрической прогрессии. Каждый год мотоциклов продается больше, на то же количество, что продано в прошлом году. Люди відходять від радянського типу мислення і починають розуміти, що мотоцикл – це не для того, щоб картоплю перевозити і їхати там з села в місто. Це стиль життя, зараз люди більше цінують якесь самовираження, а мотоцикл – це прекрасний спосіб самовиразитися. Особливо про це говорить яскраво те, що все більше дівчат сідає на мотоцикли, чого раніше було зовсім мало. Более того, я хотів додати, що в принципі, що темпи росту ринку мотоциклетного превышают темпы роста рынка автомобильного. Я думаю, что в этом году эти темпы сохранятся, и более того, считаю, что они увеличатся.